Шестилетняя Дарья не отходит от мамы ни на минуту. В своем дворе она впервые видит столько детей. Такой праздничный переполох не случайен. Ведь во дворе дома номер 36 по улице Молодежная открыли новый детский городок. У мамы Даши двое детей, и раньше они совсем мало времени проводили во дворе. Если раньше все время ходили на площадь гулять, то сейчас они с удовольствием здесь остаются играть. Доступность, комфорт и безопасность в каждом дворе – это и есть три основных столпа губернаторской программы «Наше Подмосковье». Благоустроить придомовую территорию так, чтобы была возможность провести время с пользой, заняться спортом или поиграть с ребенком. Жители сами выбрали концепцию нового детского комплекса. В этом дворе пришлась по вкусу площадка на тему экологии. Деревянный эко-городок площадью 450 квадратных метров. Лазы, веревочные лестницы, карусели разделены по возрасту детей. Для родителей предусмотрены удобные лавочки. А кто хочет активно провести время, комплекс тренажеров. По программе губернатора Андреевича Воробьева строится в этом году 9 таких игровых комплексов. Один мы уже открыли в Звенигороде. И 8 открываем в Одинцово, вот сегодня 2, и в ближайшее время до конца месяца откроем все остальные. Все идет, благоустройство строго по стандарту, по нашим дорожным картам. Не подводим губернатора и не подводим жителей. В ближайшее время игровой комплекс оснастят камерами видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».